Привет, друзья! На моем канале уже были ролики с подобными идеями, но мне кажется, они были незаслуженно обделены вниманием. Речь идет о простейшем фонарике, который собирается из обычной батарейки, светодиода и термоусадки. Плюсы такого фонарика – простота сборки и обширная область использования. Ломаться в таком фонарике нечему, и это тоже большой плюс. Это лишь некоторые варианты, где можно использовать такой фонарик. С удовольствием прочту ваши варианты его использования, которые предлагаю вам оставить в комментариях. А на сегодняшний день все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья! Здоровья вам и вашим близким!